Сегодня на безумно с вами фигачить по полу. Потому что я чувствую, что сегодня я должен сделать свою еще одну победу. Фух, победа будет не из простых. Я должен ворваться в топ и попасть прямо туда. А прикиньте, я стану одним из самых лучших игроков во вселенной Valorant. Это был бы просто капец. Мне там просто представить тяжело, что было бы. Что ж, на этой неделе я должен вести только победу. Все. Классно. Я понимаю о том, что вчера было. Плохая связь и вся херня. Окей. Итак, я надеюсь, что сегодня связь будет хорошая. Карьера. Сколько они говорят, нам нужно побед 10, по-моему, да? Еще несколько квалификационных матчей. 5. Я понял. Еще 5 матчей. Хорошо. Вчерашняя 13 и 9. Хорошо. Так и быть. Там. Так, стоп, тут какой-то дикий фрес непонятный. Так, 17 FPS, хорошо, все замечательно. И играть. Открытая группа, связь на всю катушку. И мы в очереди, отлично. И обожал тебя, Valorant. Все, наверное, я все-таки сейчас уйду на паузу, чтобы Матч найден. долго не тянуть время. Я, как обычно, забираю ханджайн, а я свободен. Так это знаете что? Я кое-кого не вижу. Это у нас как раз-таки новый персонаж, но... Вот это вот какая... Айон, или что это такое? Это, возможно, только Айон будет доступен в виде модификации оружия. Тут, когда я зашел, все очень быстро выбрали себе каждого персонажа. Фух. Это будет интересно, на самом деле, сегодня. Че, блин, жопа полная. В конце, как всегда, на грани, так скажем. Я надеюсь, что мне сегодня повезет. Посмотрим. Мое любимое. Итак, у меня 18 уровень здесь. Ни хрена. 52-й, 31-й, 49-й, 70-й я вижу. Так у них почему-то значки не отображаются. Скорее всего... А, есть. Нифига. Хрена. Начинающие здесь прям такие нифига, если честно. О, один раз на бойне. Геймер, не заразил. Неплохо. И начнется мясо. Всех интернет быстрее моего. Конечно же, несколько быстро действия клиента.
Замечательно. У меня ничего нельзя выбрать. Зашибись. А, у них, видимо, свое оружие, которое они применяют. Спайк на просто закинул меня. Спайк установлен. Да я даже тут не пришел. Так, выхожу, интернет у нас полный, шага в нище. А где экран? Казалось бы, только катка началась. Секунд 15 прошло, меня выкидывает из игры. Все начинает дуться. Я не знаю, почему это так происходит, но это очень странно. Фигло. Ну что, дрон, расправишь крылья? Меня вернуло в игру. Нафига. Я только начал. Тут пушка. Но у меня тут клин просто капец как. У меня есть одна идея. Группа врагов. Сейчас, секундочку. Перевесил модем как в другую сторону, и в итоге произошло такое, что все еще хуже стало. Всякий средний херня просто. Я не знаю, что делать с этим. Нет, заряда. Здесь нельзя вышить. Остался один игрок. Трое мертвых. Остался. Нужна пушка. Я даже не знаю, буду ли я сегодня нормально играть. Нет, пока ни хера не подумал. Чтобы вы понимали, я прямо посередине повесил модом, чтобы все работало. Вроде все в порядке. Порядок. Ставлю завесу. Враг на Б. Поиграть захотелось? Поиграем. Реально просто. Остался один игрок. Остался один враг. Клатч. Пришлось даже сосредоточиться. Чёрт, что за ватафак? Все хорошо. Так, по-моему, я не помню, когда... О, точняк. Е. Ставлю курей. Цель ликвидирована.
ствола, я забываю постоянно, куда нужно становиться, чтобы... Что? Вижу врага на миде. Они падут! Один игрок. Спайк на миде. Что? Черт, турель вынесли. Тридцать секунд. Заниматься не успел. Но было интересно. Я прям не успел. Пусть нервы будут натянуты, как тетива. Иначе не выжить. Хорошо. Нужна пушка. Не обожаю чисто так пофаниться. Не грузись. Это моя работа. Типа, следующий. Если какой-то дерьмо не понятно. Тихо, молодой, когда-то собрался, дядя. Может выйти оттуда вы 100%. Хорошо. Нашел их. Враг на А. Шутки кончились! Вам конец! Что на так лагает? Остался один игрок. Тихо. Спайк на Б. Они капец как лагают. Тридцать секунд. Чел, ты хорош. Я их отыщу, а вы не дайте им уйти. Да. Хорошо. Когда я пойду вон туда. Я прямо здесь перестраливаться. Сейчас будет. Ты прикалываешься, что ли? Достаточно. Охренеть. Шоковая стрела. Сканирую местность. Это серьезно, чувак, зачем? Голова не готова. Запускаю дрон. Не понял. Тебе еще нужно исполнить свой долг. Итак, победа. 3-4. Зарядов нет. Сам прорвался, дядя. Встанет. Так, стоп. А что если я сейчас пойду прямо вон туда?
Они же наверняка вот там где-то находятся, пытавшись стрелять. Это уже будет интересно. Убить их медика. Это вся целая база. Иду по следу. Есть. Неплохо. Вижу врага. О, на А. Давай, при зарядке. На всякий случай. Всё. Остался один враг. Вот этот чел, он прям хорош. Нихера там дракон. Охренеть. Ты чё такая? За дракон такой. Один игрок. Это еще один как раз таки. Даже какие-то драконские такие камни штучки. Такие драконские. Ну, ладно, ладно. Охеренно узнать, откуда он выйдет. Скорее оттуда, потому что там по-любому. Давай, давай. Принес мне много боли, это но он умер, из-за него я готова убивать. Кстати, это все то осуждено, неплохо было бы. Как раз таки постреляться, Ника. Хорош, хорош, хорош чувак. Ты хорош. Поиграть захотелось? Поиграем. А, это нихера не видно. Спи спокойно. Саду. Ладно, все, здесь. Вижу врага на А. Я! Понять. Шутки кончились! Вам конец! Я даже не видел. Чего? Наш агент заспойдет. Сейчас это перестрелка. Так, стоп. Сейчас я должен буду использовать эту хрень. Спайк у меня. Подать X нажать и. Ну. Остался один враг. Запускаю дрон. Сдаваться. Клатч. Если я победу точно заберу по-любому. Помните, оружие всего лишь инструмент. Вот так, подключайте хорошо. Мозги. Ну, давайте нормально, нормально. У нас как раз X есть, замечательно. Я его сейчас там поставлю и будет просто все. Чики-пухи. 20 минут хераш, выхереть. Прям вот здесь вот. Я могу еще ближе поставить. Икс. Отсчет пошел! Can I have your revo? Из наших больше нет никого тоже, потому что только один соперник дается. Твой бы поможет. Тихо, остался один игрок. Спайк на А. А нет, все. Мы сейчас стратим это 5-4. Нет, ну, вполне неплохо было бы. Один враг. Неплохо. 30 секунд.
Да нафиг ты перезаряжаешься так много, я не понимаю зачем. Ставлю завесу! Да зачем ты так много перезаряжаешься? Что за херня? На каждую пулю, я буду по спайк тут. Нахера. Это реально прикол какой-то, блин. Бэй. Can I have to revive Andrew, please? He not have a... Зарядов нет. Я не помню, как я... Остался один враг. Лучше за одним может. Так и с той стороны. Остался один игрок. Ну, 5-6, мама. Смотрите, поблизости никого не было. До смены сторон один Чем раунд. Тратьте все, что есть. Не все обычное оружие. Спасибо. Реально нужно донатить. Донат до хера здесь стоит. Просто до хера. Я реально не помню, как переписываться. Зарядов нет. Здесь. 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 Здесь что? А. Веду разведку. Здорово, здорово. За своим километром одном сегодня у нас, точнее, если здоровое, то значит это уже другой день, честно скажу. Примерно прошло несколько дней после того, как я отснял, так скажем, следующую серию после первой серии долгого не вот этого долгого перерыва, того, что я не заходил в Valorant. Короче, объясняю. Первая серия прошла успешно. Я вывалил на YouTube, все хорошо. И думал, что на следующий день сразу будет вторая серия по уровням до 30 уровня. То есть я сейчас иду до 30 уровня, и изначально я думал, что все хорошо. Но не тут-то было, ребята. И я такой, типа... Что? Произошло следующее. У меня на компе закончилась память. Как и сегодня с Undas CD Planet, который тоже закончилась память. Видеозапись оборвалась. Классно. Пришлось начинать все заново. Жестко скажу. Дальше, что я хочу сказать, что... Я сейчас продолжаю снимать до конца. Это продолжение той недоделанной серии, которую... вы сейчас видели. Это капец просто. Я сижу такой, типа, играл, что-то, ну, вроде бы все. И тут смотрю просто. Запись остановлена. Так, что?
Как такое может быть? Я закрываю это, как Valorant, и вижу, что надпись на OBS, и у вас закончилась память. Сейчас я снимаю с флешки мобильника. То есть флешку от мобильника я поставил на как модем и модем роутер, так скажем. Вот туда я и записываю. Там несколько раз 10 гигабайтов есть. Я думаю, достаточно. И сейчас я как раз освобожу место, чтобы потом сделать видос старый, который еще не вышел на YouTube, в том числе с дрифтом. Короче, вот это вот симулятор дрифта играл. Как он называется? RDS, типа не RDS, вторая. Я забыл, как они называются. Короче, вот с него там соревнования. Они не довыложены до конца. Вышла только первая серия, по-моему. Я, по-моему, отснял 3. Насколько я помню. И как-то так, пацаны. Сейчас ровно 2 часа и... Как бы такое, блин. Я прям сейчас боюсь уходить на паузу, потому что сейчас она включится. Окей. Я понял. Начинается вот эта херня, которая меня ветрально бесит. У нас такие прекрасные. Сейчас она... Да капец. Короче, это происходит из-за того, что у меня модем чересчур перегруженный, потому что тут у меня прям видос виснет, очень чувствую на FPS. А, FPS на один падает. У меня здесь просто перегрузка видосов с компа на все остальное, поэтому, если что, мне, наверное, все-таки придется подождать, пока я не зайду. Все, тогда я улетаю на паузу, а там уже с монтажом все разберу, все. До встречи, это для вас прям секунда. Так, вроде бы, как бы все запустилось, братуха. 19 уровень, еще 10, еще 11, и мы тогда будем как раз таки уже... А что за карьера? А, все, я понял. Так. Победу. Мы сделали победу 2 раза и 5 раз. Просрали, конечно. Тут очень странно, что в самом начале, когда мы начали играть 13-9, 12-9, а потом 13-12. Но это было на грани, пацаны. Ну что, погнали. Такое. Открыта группа. Новые взгляды, кстати. Сейчас мы посмотрим, сколько ожидать мы будем в следующий данный момент. Я ухожу на паузу. Это что за новая карта? Серьезно? Это и есть новая карта? Ни хрена. Чего? Это и есть новая карта? Фига, пацаны. Это очень необычная карта. Первый раз в нее будем валить. Чего? Блин, самое главное не просраться. Блин, я тут понапирал часов. Капец, слушайте, если честно, мне на так, левую, мне на правую руку как-то очень неудобно одевать часы.
надеваю, прям как будто что-то прям затягивается, сидит. А тут когда надеваешь на эту, как бы по привычке. Это пипец. Очень неудобно, как бы, становится. Я сейчас из компа освободил 13.3 гигабайта. Надо проверить все видосы, которые вышли, которые не вышли. Поудалять их и потом, я не знаю, продолжить херачить. Поехали. Тут есть единственный, кто самый высокий, это 38 на нашем уровне, чувак. Красавчик, 19, 13, 3, 4, все остальное просто как начинающий. Тут есть 15 уровень, это уже догоняющий. Нормально. Нормально. Уже, пацаны, мы потихоньку начинаем. То есть, карта первая, что? Я не думаю, что я здесь был. Тут... Да нет, я тут не был, реально. Да? Кто-нибудь уже кидал в него гранаты? Нет, меня здесь не было, реально. Привет. Я впервые такую карту вижу, так. Я забираю фразы сразу же, потому что мне нужно пострелять. Так, простите, что немножко подвисает, потому что интернет, конечно, говнится. Потом мне два не стреляют и попьют. Так. Я в первый раз здесь. Чего? Спайк установлен. Так, стоп, я накину на всякий случай наушники, потому что я нифига не слышу, что где чё. Враг на Б. Понять. Просто зависла. Попал. Фука. Доигрался. Один я игрок. Ну, всякое бывает. Минус один. Секундочку. Киллджой, не грузись. Иногда достаточно просто закидать врага взрывчаткой. Чуть-чуть не было вот этого мясняка, понятного. Так, что мы можем взять? Так, а здесь что, не помню? Так, как там сесть, вот же не помню. А, все, встаем, так, отлично, идем сюда. Это здесь должен быть правильно. Так, кто-то есть. Спайк установлен. Знаете, знак непонятно, куда охотится. А, эти виды мы отсюда выходят. Остался один игрок. Переменная устранена. Просто чуть-чуть не хватило. Собака. Куда они пойдут в этот раз? Да ладно, ничего страшного. Прости. Я забил.
Я сегодня ни разу. Это прикольно, кстати, карта. Я вышла из своего базы. Перезаряжу. Опять, может быть, оттуда. Время полевых испытаний. Нафиг не знаю. Перезаряжаю. Веду разведку. Хрень. Вот и ты. Есть так вот. Блин. Враг на А. На карту, что это реально новое. Остался один враг убит. Тридцать секунд. Я на не понятно. Остался один игрок. Десять секунд. Пока. Гребаный весняк, из-за которого я прыгнул туда в яму. Только я буду. Если бы не эта яма. Ты будешь ее пустить. Перезаряжаю. Лучше ничего не будет. Перезаряжу. У меня модем работает на такой системе, что типа на какой-то определенной высоте тебе нужно идеальный интернет поймать. И все. Просто успокойтесь, мы сможем победить. Так. Я пойду, наверное, с пустого места, потому что там кто-то по-моему может быть. Это здесь тоже никого. Один есть. Медик мертв. Там какое-то реальное место. Уничтожен. Сука, со своим оружием, который постоянно кончался, потом то хера. Остался один враг. Всех забрал, да? Все кончено. Остался один игрок. Вот и нахера, шутки. Разведданные. Все, 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 вас, успокойся. Просрал, поняли так. Перезаряжаю. Опять игрушки. Нужна пушка. То есть да, вот эти вот две главные игрушки, они есть. Спасибо. Тут что вон там есть. Короче, на рок Джеки Чана. Который из мультика. Ну дядя. Охренеть, прожог, блин. Бежать некуда! Троих я запалил. Остался один. Скорее всего, двоих. Хранить мясо. Спайк установлен. Охренеть. А, не следить, следить, я понял. То есть что-то явно есть. Враг на Б. О, они пытались.
Вальтера, отлично. Мне сегодня нужна победа. А как ты, кстати, реально просто смотрите, наверх смотришь? Подключайте мозги. А, это город под водой, серьезно? Так, давайте, наверное, Антон возьмем, чтобы он-то посадил. Смотрите, смотрите. Все, играю здесь. Реально все. А что если я здесь останусь? А это уже интересно, кстати говоря. Перезаряжу. Вот здесь. Вот здесь. Перезаряжаю. Ставлю завесу. Просто двое так стоят, я не видел их. Запалит-то я запалил. Хорошо. Спайк установлен. Все знают, как и где. Я боюсь, что это будет 4 типа. И куда вот он идет? Ты. Вот так вот. Чувак, ты серьезно? Они пытаются со спайком разобраться. Этот наш. Спайк обезврежен. Остался один враг. Все, что неплохо, неплохо. Я взрываю лучше всех. Все схвачено. Хорошо, вернусь, наверное, с этим, потому что мне с этим не гораздо удобнее играть. Не жаль, с другой херней. Супер. Так. Давайте в обход, как обычно. Мы отобьемся. Прямо здесь. Игрок это пойдет оттуда вот. Сканирую местность. Нашел. Какой же там находится? Посмотрим, кто где прячется. Остался один враг. У них что-то не так. Кто-то перемещает их таким образом, что они тут не убивали. Остался один игрок. Клатч. Клатч. Спокойно. Клатч. Вы со мной. 4-3. Отлично. Хотя я дохну часто. Прям часто дохну, мне это жалко очень. Давайте с минералом чуть бахнем. Такой суровый, суровый дядя. Ну прям очень суровый. Дальше. Тоже интересно. Явно кто-то может появиться, прям очень часто битва прямо здесь. Есть еще прикольная карта, удобная такая. Под водой, то значит. Не слишком темно, не слишком светло. А есть еще один момент. Дело в том, что... Враг на А. Тихо. Там что-то есть. Враг на Б. Спайк на Б. Здесь. Враг на А. Взгляните страху в глаза! Мать, блин, просто рофлили, пока я стрелял. Спайк установлен.
зарядов нет. Остался один игрок. Что? Собрались? Какая хрень у них там сейчас была просто конкретно. Я так и не понял, что именно. Что за черт? Перезаряжу. X. Кстати, я X могу использовать уже. Так, стоп. Давайте назад. Сейчас я пойду по максимуму использовать X. Так. Внимание, у меня счет. Раз, ставлю два, три. Завес. Так, где этот X? Отсчет пошел! Типа ощущение, что вообще там никого нет. Вот где они, блядь, в кусок? Споки-ноки. Перезаряжаю. Интересный момент. Короче, судя по всему, нужно бегать группой, потому что по-другому никак. 4-4. Понимаете? Да, бежать! Это мой! Некуда! Это... Остался один игрок. Самое главное, что это вот эта вот херня. Все, не больше. Есть? Вот здесь. Заряды? Есть. Тормоза? Отсутствует. Перезаряжу. Ослепи моих разведчика. Давай еще три. Раз, два, три. Поехали. Сканирую местность. Враг на А. Следующий. Враг на миде. Спайк на Б. Скотина со спайком вздыхал, конечно. Остался один игрок. Взял все, конечно. 30 секунд. Десять секунд. Спайк установлен. Okay. Так бы, твою мать, я не успею. Что? Сереж? Черт. Сохраняем хладнокровие, да? Хорошо.
Хорошо, давайте на всякий случай находиться в башке. Мало ли что там может произойти. Наверное, вон туда запрашу сейчас. Типа на всякий случай. Ух ты, нихрена себе. Вперед! Это что-то космическое. Перезаряжаем! Камень. Это уже прикольно. Так. Группа врагов на завесу! Это палит там просто. Вот так вот. Спайк на Б. Умри. Один враг. Минус три. Еще одна где-то есть. Так вот где она, не понял. Смерть холодна. Нифига. Нормально. Хорошо, хорошо. Отлично. Последний раунд перед сменой сторон. Не экономьте. Так, раунд со сменой сторон. Все, на сегодня это последний. Перезаряжу. Это капец. Я, наверное, я запишу еще одну серию, потому что хочется аж помесить. Пушка. Сразу еще двое запали. А ты что тут делаешь? Что он там забыл вообще? А, не видеть засали теперь. Слишком много их. Я понял. Остался один враг. Спайк на Б. Сами пять, отлично. Перезаряжаем. Смена сторон. Все те же древние. Все. Фокусы. Ром Френза. Перезаряжу. Я, наверное, знаете что? Пойду-ка я, наверное, в Ашку. Туда поставлю спайк, потому что я встал. Лучше уж там биться, чем здесь. Иначе это полная херня какая-то. Перезаряжаю. Не грузись. Это моя работа. Объявится, что херит война. Нужно установить спайк. Спайк установлен. Валим куда-нибудь. Хотя бы вот сюда. Садимся. Перезаряжаю. Там мясо. Там прям мясницкий реально. Перезаряд, заколебал уже. Когда уже будет новая будущая химическая, космическая, вот это вот дерьмо, которое просто вот
оружие будет сделано идеально. За хрень. Вечно патроны кончаются. Бесконечная плазма, зашибись. Устроим вечеринку. Спайк на А. Остался один игрок. Сейчас все сдохнут, аж охерею. А, не одна сдохнет. Все. Что ты делаешь? Она что, мышка не умеет управлять? Она что, на рэпер играет? Она что? Все посмеиваются над трудолюбием немцев. Ха-ха! А снаряжение ваше я сделала. Хорошо. Как его там? А. Спайк-то не у меня. Так, сейчас спайк уходит. Черт возьми, там какой-то спайк нас... на чего? Остался один игрок. Смешно. Нахожу. Я не должен просраться. Все просто. Перезаряжаю. Завесу. Враг на Б. Спайк остановлен. Смотрите все! Отлично. Остался один игрок. Их там. Жопа-то полна. Моих союзников. Ветер, направь меня. Мне плевать теперь, у кого сейчас будет вот это вот. Это просто ж. Короче, сейчас X добавляется и тогда мы можем. Перезаряжу. Мечат это все. Все здесь, да? Целая компания. Перезаряжу местность.
Вижу врага на... Перезаряжаю! Там мать твою людей. Все. Остался один игрок. Сука. А, мы все сдохли. Отлично. Пусть нервы будут натянуты, как тетива. Иначе не выжить. Вообще не смешно. Перезаряжу. Всех познал, да, давай, американцев. Нормально. Бежать некуда! Спайк на Б. Остался один игрок. Посмотрим, кто... Эльс, будем готовы. Камера вырубилась. А, стоп, отбой. Все в норме. Пойдем за этим чуваком. Спокойствие. По-другому тут нельзя. Веду разведку. Ставлю завесу. Нужно установить спайк. Отсчет пошел! Один попался. Остался один игрок. Надо было немножко выше ставить, то бы. Что? Они растерялись. Когда бегут, они аж растерялись. Они готовятся. Так и получается, что. Я пойду сюда. И все за мной. Ран 20 охранить. Матчпоинт. Мы просрали все сегодня. 5 минут. Перезаряжаю. Это просто жесть. Спайк на Б. Лекаешь мне. Давай, 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 выходи. Остался один игрок. А он-то хер. Спайк на миде. Остался один враг. Спайк у меня. Я думаю, на сегодня проигрыш, это просто жопа полная. Стоп и долг. Клетка сработала. Давай, 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 чувак, ста. Спайк установлен.
Клетка сработала. Вы забыли? Я всегда ва-банк. Это просто жесть. Вот эта херня, это херня, это штучка. Она красная хрень. Делается. Их на 4. Все, запалось. Нас подсказывают, что к чему. Это просто жесть. Перезаряжу. 40 минут длится одна битва. Почти 40 минут. Перезаряжу. Победа защитника. Как это так не сегодня? Просто ахер, просто задумал, что... Что я думаю, на сегодня... Как бы все. Трэн просто кипец. Я даже не представляю, почему. Вот так вышло. Вот это вот. Вот что тут больше, самое последнее. Вот как-то мне не очень нравится, реально. То есть... Через один теперь будем воевать. Тринадцать, потом 8:13. Так капец. Ну что, мы там все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот наконец-то, теперь уж точно все. Всем удачи, всем пока, выходим за...